Всем привет, на связи Федор Васильев, и это обзор нового приложения Blog для Gridbox. Если вы еще не знаете, то совсем недавно вышло обновление, серьезное обновление на Gridbox с новым приложением Blog и с новым шаблоном King. Сейчас на ваших экранах вы видите данный шаблон. Чтобы посмотреть его воочию, вы можете перейти на сайт разработчика, перейти Gridbox, перейти темы и первая тема King здесь. Вместе с обновлением Gridbox пришли 7 новых плагинов, которые позволят создать вам полноценный блог на Joomla на Gridbox. Теперь у вас не будет сложности, не будет возникать вопросов. Если вы хотите создать не только лендинг-пейдж, но и блог, чтобы он подходил по дизайну с нашей страницей Gridbox. Как работает блог приложения? Так же легко, как и Gridbox. Вы буквально конструируете отображение вашего блога, создаете любые страницы, забыв о ком-контенте Joomla. Вот это убогое отображение Joomla больше вас не будет беспокоить. Но хочу заметить о маленьком нюансе, что перенести ком-контент Joomla, то есть экспортировать в Gridbox, нельзя. Придется либо вручную переносить статьи, либо делать с нуля новые статьи на приложении Blog. Вы можете создать несколько категорий блога. Например, блог 1 будет выглядеть вот так, стандартно. А второй, третий блог и так далее вы можете создать абсолютно, видите, в другом отображении. Например, вот так. Причем все можно настроить, как отображение статьи в блоге, так и внутренние статьи. То есть просто двигая мышкой, без знания кода, вы легко сможете настроить. Причем, представьте, помимо 7 новых плагинов, вы можете любой плагин вывести в статью Gridbox. Абсолютно любой. У вас не возникнет больше вопросов, как вывести картинки в несколько рядов. Например, вот такие всплывающие изображения. Плагин Gridbox вставляется прямо в статью. Сбоку в сайдбаре вы можете вывести похожие статьи или последние статьи. Вывести счетчик, таймер, привязать форму комментариев, дискусс. Привязать, что еще посмотреть. И, например, быстрый переход по статьям. Все включено. Вы сможете также прописывать SEO-данные к статьям, чтобы ваши статьи хорошо индексировались в поисковых системах. Давайте посмотрим изнутри, как это выглядит, наполнение статьи. Например, я перехожу в свою статью «Пантера». У нас есть в середине вот такой карандаш. Мы просто по нему кликаем. И у нас загружается с вами холст, где мы просто творим, двигаем мышкой, пишем текст, добавляем картинки, добавляем какие-то элементы, добавляем колонки. Нужно нам добавить, например, 3 колонки, мы добавляем. Это все в статье, представьте себе. В эти колонки мы добавляем легко любой плагин, который нам только необходим. Нужно нам всплывающее окно, делаем всплывающее окно. Нужен слайд, делаем слайд. И вот плагины, о которых я говорил, у нас появился раздел блог. Вы видите, какие плагины здесь можно использовать. Новый поиск, теги, категории, навигация по сайту, последние посты и похожие посты. Давайте добавим, например, социальные кнопки. Берем социальные кнопки, вставим. То есть все здесь знакомо, да? Отключаем, оставляем то, что нам нужно, делаем дизайн, который нам необходим. И просто нажимаем галочку. И это у нас социальные кнопки добавляются прямо в статью. То есть это поделиться в социальных сетях этой статьей. Под этим видео будет ссылка на мою страницу презентации. Вы уже ее, скорее всего, видели, но я ее дополнил. Здесь будет информация о новом мини-курсе «Лендинг пейдж на лету блогинг». Здесь я записал 17 пошаговых видеоуроков, как легко и быстро нам ввести блог в Gridbox, как все красиво можно оформить и так далее. Вся информация здесь описана. По цене. Здесь тоже я добавил новый тарифный план. Если вы еще не приобретали мой курс Landing Page на лету Pro, то здесь есть новый тариф. Если вы хотите получить все, то есть полный комплект, то здесь есть такой комплект блогинг, называется тарифный план. Он стоит 6000 рублей. Здесь все описано, что вы получаете. Если же вы счастливчик моего курса Landing Page на лету Pro и купили его за 4000 рублей, то вам просто нужно будет заплатить 2000 рублей, и я вам отдельно вышлю мини-курс блогинг. Если у вас возникли вопросы, задавайте, конечно же, их в комментариях под этим видео, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А на этом здесь все, и до новых встреч, друзья!